Добрый день, друзья! Я наконец-то нашел способ избавиться от тех людей в команде, кто мне не нравился. Итак, с вами команда КВН с забавным названием. И я начинаю! Абрам! Абрам, скажи, пожалуйста, зачем ты привязал меня к батарее? Я понимаю, здесь холодно, но не до такой же степени. Солнышко, а мне долго еще тебя ждать? Блин, а я чё, опять опоздала, да? Блин. Так, стоп. Саша, как бы не время немножко спать, ты не думаешь? Давайте, наверное, как-то начинать уже. Ну вот он готов, пусть он и начинает. Итак, Человек-паук в Древней Руси. Случай в кабинете гинеколога. Иди сюда. Тихо, наклонись. Кто это сделал? Кто это сделал? А каждая девушка мечтает о покупке машины, но не каждая знает, как это выглядит со стороны. Ну что ж, давайте посмотрим. Итак, представьте, как это выглядит глазами продавца-консультанта. А теперь глазами самой девушки. Девушка, вы кроме магнитофона будете что-нибудь смотреть? Да нет, меня все устраивает. Случай на черном рынке. Девушка, ядовитые пауки, скорпионы, змеи интересуют? Нет. В Макдональдсе. Свободная касса. Иди сюда. Давай ближе, подойди. Кто это сделал? Кто это сделал? Великий маг и волшебник Дэвид Копперфильд возвращается домой после бурной вечеринки. Приперся, значит, 3 часа ночи. Где ты шляешься? Фокус, ты все свои показываешь. Ну сколько я буду еще это все терпеть? Сколько это будет продолжаться? О, новенькое что-то. Ну-ну, давай посмотрим. Потрясающе. А с каждым годом все больше и больше молодых людей сидят в социальных сетях для того, чтобы найти свою любовь. Когда покрыт покрывал тумана, люди лениво листают ленты. В реке льется Такеши Китана, пока мы тихо отпустим комменты. Еще немного и пора бежать, нам вратят ленты опять на экран. Нам столько нужно друг другу сказать и в корзину отправить спам. Лайки в группах делить с тобой, вот так уж и делить с тобой. Просто быть онлайн и быть с тобой. Дорогие друзья, этой песней мы хотели сказать, что нужно жить в реальной жизни. Команда КВН с забавным названием. Вообще, пусть даром. Спасибо.